Правительство Курганской области распределило субсидии из областного местным бюджетом на прокладку инфраструктуры к земельным участкам. Они предоставляются семьям, имеющим трех и более детей под жилищное строительство. Муниципальное образование город Шадрин, строительство наружных сетей водоснабжения к жилой застройке для многодетных семей в размере 13 533 тысяч рублей. Долматовский район, наружные сети газоснабжения для предоставления земельных участков многодетным семьям в восточной части города Долматова. Сумма 4 миллиона 985 тысяч рублей. Отметим, что субсидии предоставляются бюджетом муниципальных образований на условиях софинансирования. 95% – средства областного бюджета, 5% – из местной казны.